Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио-видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шеститко. И вы видите отличную панораму Дубая. Вон отель Дуситхани. Вот этот новый небоскреб, который строится. Вон там Coca-Cola Arena и Dubai City Walk. С него, как он там называется, Green Dubai или что оно там? Я с него тоже снимал. Напомню, что внизу в описании к видео, в всплывающих аннотациях и в конце видео есть все соответствующие ссылочки. Так что посмотрите, огромная развязка на Sheikh Zayed Road. Ссылочки на предыдущие мои видео, обзоры и так далее. Я скорее умею. А мы находимся на вещи, которая называется Sky View Dubai. Как вы видите, 220 метров. На высоте над Дубаем. Окей, thank you. На высоте 220 метров над Дубаем, над уровнем моря, над станцией метро. Это вот то здание, которое выглядит как... кораблик. Maybe walk first? Oh, let's... Okay, I will start. Maybe you want... You want to see how it will be? Да, так вот, как вы видите, здесь у нас Бурдж-Халифа и все остальное. Но самая страшная часть – это вот это вот, где вы съезжаете вниз. Окей? Okay? Can we? Yeah, мы потом сделаем фоточку. Здесь все грязненько. Здесь Бурдж-Халифа, здесь все остальное. И как вы видите... И как вы видите, здесь самое главное, это вот эта вот горка, где вы съезжаете на горке с одной стороны на другую сторону. Там, конечно, как-то оно стрёмненько все выглядит. Окей, okay, let's go. Can I? Yeah. Go. Okay, ready? And... Wait. Okay, come on. Relax. Okay. Ready? Ready. 3, 2, 1, come on. Push. Yeah. Okay. Now, ready? Ready. Go. That's all? Это было вот как-то так. Забыл посмотреть по сторонам. Thank you. It's picture. Ну, как-то совсем не страшно было. Не страшно? Не страшно. Что-то оно у вас как-то коротенькое. Слишком быстро съезжаешь. Бурдж-Халифа? Окей, thank you. Okay, let's see. Where to go? Sorry. Right side. But it's in. Okay. Do not enter area. Ну что ж, проехались. Как всегда, окна грязные. И это очень как-то не радует. Ну вы видели, да? То есть такая горка, где вы едете вниз по стеклу. Платформа держит здесь, ну, достаточно мощная, кстати, платформа. А вот там вот оно как раз абсолютно без крепления. Посмотрим, как это получилось на видео. Я снимаю с очков, зато здесь отличная панорама Дубая, Бурдж-Халифы. Вчера я снимал видео вон оттуда, с этого Emirates Плаза называется, да, вот наши озерца, вот этот огромный-огромный Дубай-молл, который еще и пристраивается, как вы видите, туда пошла часть, то есть он расстраивается и становится больше. Ну и вообще сам Дубай, Дубай-Крик, где живут фламинго, его тоже начали застраивать домами по кругу. Интересно, фламинго от этого обрадуется или нет? А мы пойдем... чуть дальше, что у меня, надеюсь, что предыдущее видео сохранится, а мы пойдем чуть дальше прогуливаться.
Здесь у нас следующий эксперимент, следующий, так сказать, психодел. Это гуляние по стеклу на высоте 250 метров. Ты идешь вот примерно так, стекло под тобой гнется. Так, лучше видно, да? Стекло под тобой гнется и проваливается. Здесь ничего интересного, а вот дальше... Где дальше? Шейх Заед Рот и его, скажем так, развязка. Вид, конечно, прикольный. Но, честно говоря, то есть это стоит 20 евро. Это стоит 20 евро, поэтому не знаю, что вам и сказать. Стоит оно того или не стоит оно того. Скорее всего, чисто ради эксперимента походить по воде очень даже стоит. Ну, прикольнее всего это съехать, конечно, вниз с галереи. Кстати, снимать не дают, да, то есть как бы возможность снимать это дело не дают, то есть у меня просто очки, поэтому у меня получилось. Ну и что мы здесь видим? Мы видим Шейх Заед Роад, да, мы видим Дуситхани. Предыдущий раз, когда я приехал сюда работать и жить, да, то здесь, в этом отеле я останавливался, вот там на крыше, видите, где такие решетчатые, там достаточно большой бассейн, очень, кстати, удобно получается, что и полутенек такой дает, и бассейн, хотя был декабрь месяц, бассейн подогретый и работает. Мне тут выдали две штуки на посмотреть, что там они мне придумают. Ну и дальше панорама Дубай. Вот это здание, которое, как я уже говорил, вон станция метро под нами. Люди фоткают. Ну, правильно. Красивые должны быть фотки. Сейчас мы прогуляемся разок с очками. С очками это в очках, в смысле, поснимаем видео в очках. А потом, о, тут уже какая-то грязь с обратной стороны, причем похоже. Кто-то не добежал. Судя по всему, стекло не только толстое, но и двойное. Во избежание, так сказать, всяких возможностей. А здесь вы можете сделать пенни пресс. Если у вас, конечно, есть пенни. Но у нас пенни нет. И где их взять, непонятно. А, типа 10 АЕД. И они тебе сами выделят и пенни, и нужную штуку. Дубай. Ну, прикольно. Так, тут exit, а вот там вот еще одна лестничка, которая позволит вам прогуляться и посмотреть. Прогуляться и посмотреть. Это тоже exit? Что-то я не понял. Restrooms. Что-то... Куда ни иди, везде exit написано. Давайте посмотрим, что здесь вокруг. А здесь просто еще один второй этаж. А, это та штука, где ты ходишь по поверхности, тебя привязывают на вот этой вот трейл канатами, да, и ты ходишь, ты можешь спрыгнуть вниз, спуститься на канатах, походить по стеклу и прочие глупости поделать, ну, то есть, сколько захочешь. Я вот просто сейчас схожу и реально думаю, ну, то есть, насколько интересно было бы повторить подобный опыт с точки зрения видео, с точки зрения вообще как бы интереса и так далее. Ну, то есть вечерком съехать просто и посмотреть вечерком Дубай на фоне заходящего солнца. Вот этот коридор, видите? Поэтому если вы будете ехать на метро в золотом вагоне в направлении от аэропорта в сторону Марины, да, то есть как бы, то, ну, или от финансового центра в сторону Марины, то вот увидите вот эту выступающую штуку, знаете, что это вот как раз вот этот вот воздушный коридор.
который сделан для всего и вся. Так что такие вот делишки. Я не думаю, что нас будут выгонять прям по полчаса. То есть я могу здесь, я так понимаю, находиться столько, сколько мне нужно, и делать фотки столько, сколько мне нужно, пока не надоест. И все. А, это вон вход, это exit, снова exit. Вот здесь, кстати, хорошее окошко сделать фоточки тоже. Ага, это оттуда, откуда мы пришли. И тоже грязное. Ну вот как? Ну вот я не могу этого понять. То есть у вас аттракцион, вот лифт, на который мы поднимались. А у вас аттракцион, который предусматривает, что люди будут фоткаться, что люди будут делать красивые фотки. Фактически все сюда едут для того, чтобы сделать фото на фоне Дубая, на фоне высоты. Ну, может быть, кто-то типа экстремальный, любитель экстрима, хочет проехаться на горке. То есть цена в эти 20 евриков 80 дирхам входит. То есть, может, кто-то и хочет это, типа, сделать такую фоточку. Ну, по большому-то счету... А, понятно, это вот так вот ходишь по кругу, пока не надоест. Но по большому счету никаких таких особых вещей... Hello, just making a video. По большому счету никаких таких вот вещей здесь нет, да? А, я могу вот здесь пройти. Authorized personnel only. Ну вот. А вот и стекло. А, ну тут такое достаточно даже не толстое стекло. Я бы даже сказал, что оно офигеть какое толстое стекло. Да? Для того, чтобы проехаться. Просто прикол в том, что Бурдж-Халифа здесь лучше всего видна. Ну ладно, сейчас мы закончим видео и посмотрим, что будет дальше. Там ребенок кричит, я боюсь. Конечно, боится. А вот смотрите, сейчас кого-то запустят. Во-во-во, грузят. И... Что, погнали? Давайте, скидывайте человека, а мы посмотрим. Давайте. О! И все. Ну, вот как-то так. Ну, вот было как-то так. Совсем не страшно. Сейчас мы себе пару портретиков заточим. Этих самых фоточек. И так далее. Ладно, остановимся временно, посмотрим, что будет дальше.